На цифровой формат работы переходят полицейские Кызылординской области. Теперь оформлять штрафы за нарушение правил дорожного движения стражи порядка будут в электронной базе прямо на месте, без каких-либо бумаг. Для этого достаточно вписать в новую информационную систему ИИН нарушителя. Пока на цифровой формат работы перешли сотрудники отдела внутренних дел Сырдарьинского района, вскоре опыт коллег перемут и другие отделы ведомства. Одним из преимуществ новшества является исключение нарушений законодательства со стороны сотрудников внутренних дел. При бумажном документообороте он встречается часто. К примеру, только в этом году прокуратурой района отменены 75 административных дел. Совместно с местными исполнительными органами мы планируем приобрести дополнительное количество планшетов в целях полного перехода ОВД на цифровой формат работы.